Sangsar Sindhu Tarani Hidayanjadi San Sankirtanam Ritarasi Ramati Manushe Pemaham Budho Viharani Jadi Chitta Biti Chaitanya Chanda Charani Kurutanuragam Chaitanya Chanda Charani Kurutanuragam Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told. It is really impossible to take a man. Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что это практически невозможно вытащить человека из тюрьмы этого материального мира, тюрьмы Майи. Этот мир подобен тюрьме, в которой все заключенные находятся. И вот Шрила Прабхупад говорит, что это практически невозможно вытащить человека из этой тюрьмы и помочь ему достичь Голока Вриндаваны, вечного мира. Это практически невозможно. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, вы не знаете, каково великое благо саду может сделать для обусловленной души. Построить тысячи больниц или школ, или еще что-то для материального образования и прочего материального продвижения. И вот можно открыть тысячи таких школ или больниц, но какое благо саду может сделать, об этом никто не знает. Какое благо саду может сделать для людей? Саду всегда пытается вытащить таких заключенных материалистов из этого мира и достичь вечного. И это самое высшее благо, которое мы можем, даже не можем представить в всей нашей жизни, какое великое благо Сарасвата Гауди Вайшнава могут дать нам. И Шрила Прабхупад чувствовал сожаление об этом, то, что он говорит, что та причина, по которой я беспокоил людей, я вынужден был их беспокоить для того, чтобы попытаться занять в настоящем Харибаджане. Они, многие из них относились ко мне как к своему врагу, но если их любовь, она а если их удача будет, если они будут удачливы, они обнаружат, что какое великое благо я хотел дать им, и тогда они осознают. Иначе, будучи в обусловленном состоянии, это невозможно для дживатмы понять, какое великое благо Гуру Вайшнавы хотят сделать для нее. И в тот день вы спросили меня, что Гуру Вайшнава, что Кришна не может сделать, то Гуру Вайшнава не могут сделать. То, что не может сделать сам Кришна, Гуру Вайшнава не могут сделать это, поскольку Гуру Вайшнава – это воплощение милости. А что это значит? Каруна Аватара. Каруна Аватара – это нечто такое, милость. Вайшнавы, они олицетворение милости, и поэтому даже то, что не может делать сам Кришна, почему Кришна не может? Кришна, он всемогущий, вездесущий. Почему он не может сделать что-то? Но нет, есть такого Сиддханта. И вот Джива Госвами подговорит, Кришна находится в таком трансцендентном мире Голоки Вриндаване, и Кришна, он всегда занят со всеми гопами, гопи и прочими своими спутниками.
и Кришна хочет наслаждаться. Настроение Кришны такое игривое, и он высший наслаждающийся, а мы малые души, и у нас тоже есть какая-то похожая склонность к наслаждению. У дживатам не должно быть этого, но что делать? Они исходят из Кришны. Кришна, он наивысший наслаждающийся. И поэтому естественно, что такие качества в дживах, они тоже проявляются. И вот все дживатмы, они хотят стать отдельным Кришной, понимаете? Каждый дживатма хочет стать отдельным Кришной с умонастроением наслаждения. И когда мы хотим занять место Кришны, то тогда мы становимся майвади, имперсоналистами. Майвади, они хотят занять место гуру вайшнавов и Бхагавана. Они хотят захватить это. И это зовется майвады. И вот это для Кришны невозможно. Почему? Для Кришны все возможно. Кришна, он всемогущ. Но все же Кришна, он находится в трансцендентной обители, и у Кришны нет времени, и можно вспомнить, Кришна, он Чит-сурья. This sloka I must discuss someday, maybe next day. Then you can understand. И вот Кришна is playing with. Благодаря этой шлоке можно понять, что Кришна, он занят лилами со всеми своими преданными вечными спутниками на Говардхане и прочих местах. Кришна, он подобен солнцу. И перед солнцем, если мы спросим, если есть Бог Солнца, и по Солнце я, в Гите также говорится. Что Солнце, оно подобно, что в этом мире мы что-то находим, если что-то важное, Кришна говорит, это мое. Мой вайбхав, мое величие. И вот Солнце и Луна. И вот Махарадж, когда был на Сурьякунде, он написал историю. Чтобы показать славу Сурьякунды, вот он кратко написал на нескольких языках. И там можно найти, что Сурья, Сурья Нараян Бхагаван, и вот там, если спросить у этого Бога Солнца, имеет ли он представление о тьме, и он не поймет, что мы хотим от него узнать, поскольку Солнце, когда было создано Верховным Господом, и с тех пор никогда этот Бог Солнца или Солнце, они не имеют никакого опыта в тьме. Когда Шанкарачарья спорил в Южной Индии с кем-то на какую-то тему, то когда был какой-то запутанный вопрос о муже и жене, и он не смог на него ответить, он сказал, что мне нужен месяц времени, чтобы ответить. И Шанкар тогда оставил свое тело в одной пещере и сказал своим ученикам, чтобы они были очень осторожны, чтобы его тело не съели, пока он ушел из этого тела. Ему нужно было набраться какого-то опыта. Only the thing I want to speak.
но единственное, что я хочу сказать, Шанкарачарья, он не мог решить этот вопрос, поскольку опыта не было у него. И если мы спросим у Бога Солнца о том, что такое тьма, он не сможет ответить. И Джива Госвами Пад говорит, что Кришна, он Чит-Сурья. Это невозможно для Кришны понять боль обусловленной души. Почему непонятно? Первый вопрос. И аргумент может возникнуть, почему Кришна не может понять, поскольку Кришна, он же вездесущий. Такой вопрос может возникнуть. И ответ таков, что Кришна не может понять, поскольку у Кришны нет прямой связи с этим там, материальным миром. А второе, мы чувствуем какое-то наслаждение или боль. Это все ложно, иллюзорно. Мы что-то называем своим счастьем, что-то своими страданиями, но это все относительно. Все не настоящее, ложное. И все дживатмы чувствуют какую-то боль или наслаждение, но это все временно. Прошлое, настоящее и будущее. In the background of past, present, and future, there is no existence of. So how I can say, Krishna can understand? Krishna laughing when we are crying. Это все, и Кришна ведь не понимает этого, на наши такие временные страдания. Это, он видит, что это все временно и не постоянно. А в чем же проблема? Проблема в том, что мы не обретаем Кришну в этом. Главная проблема, но все в этом мире, они считают какие-то прибыли и потери. То есть в этом материальном мире можно видеть, люди всегда заняты подсчетом прибыли какой-то или потери. Кто-то служит Гурудеву, например, думает, какое же благо он от этого получит. Хочет какую-то зарплату или пенсию за свое служение. Или хотя бы наслаждаться именем славы Гурудевы. Вот такие люди, они заняты так в ожидании прибыли или потери. И еще какие-то люди. В общем, за свое служение они хотят какое-то вознаграждение. So we are busy. Now Krishna cannot understand. И вот Кришна не может понять этого. You are paying attention to pain and pleasure. Krishna said there is no existence. There is no existence. The existence is not there. Why I can go to pain, play my head over them? That is the pain. So Krishna has no direct link with this material world. No direct link. Indirect link is there. И у Кришны нету связи с этим. Материальным миром только через Гуру Вайшнава, первая его экспансия, это Баларам. И до сегодняшних пор мы не можем представить, какова великая милость у Гуру Вайшнава. Мы можем слушать об этом, но что они более любящие, более лучше относятся к нам, как, чем отец и мать. Но если мы соберем всех наших отцов и матерей за все наши жизни и измерим их любовь, их милость к нам, но это будет материальная милость, и мы не можем даже представить во сне, какую великую милость. Я могу дать пример.
чтобы вы немного поняли, Баладав, он первое проявление Гуру Таттвы, он Гуру, и этот Баладав Махарадж, он не отличен от Шри Кришны, мы знаем это. Но все же я сказал, что у Кришны есть одно, это Ичха-шакти, его воля. И вся эта воля, она зарезервирована за Кришной. Если Кришна дает какое-то указание кому-то, только Кришна может изъявлять такую волю, а йоги, гьяни и все прочие, которые успешны в своем соответствующем баджане, то они по желанию Кришны, это все происходит. Но без бхакти, ни йоги, ни гьяни, никто не может достичь успеха. А что говорить о самой бхакти-йоге? И тогда они, если так успешны в своем баджане, но без соприкосновения с бхакти-деви, они не могут достичь успеха. И вот Баладев Махарадж, его первое проявление из Кришны, это Баладев, но все же этот Баладев, он смотрите, он защищает даже Дурьотхана, хотя Дурьотхан такой плохой человек, олицетворение Кали. Ну, смотрите, настолько милостив Баладев к нему. Когда Duryodhana going inside water, made one kalam, kalam, you know? Когда была какая-то борьба с кем-то, и вот он, этот Дурьотхан спрятался в воде, и Бхимасен искал, где же он, и не мог найти. И в итоге он нашел, что где-то внутри воды спрятался, и вынужден был найти, и опять борьба продолжилась. И вот этот Дурьотхан сражался с Бхимасеном. Бхима, он более могуществен, чем Дурьотхан. И особое качество Дурьотхана, он тренировался на борьбе с этими дубинами у Баладева. И в этом отношении Дурьотхан, он был более натренирован, чем Бхима. И долгое время они сражались, и никто не мог победить. Бхима уже надоело, и он у Кришны спросил, что же делать. Уже сколько сражаемся, и без толку все. И тогда Кришна показал, смотри. Что нужно ударить его по бедру, и это поможет. Его тело подобно железу. Его мать Гандхария, она была очень целомудрена. И это могущество целомудрия настолько велико. Долгая тема. Даже Ямарадж был побежден благодаря этому целомудрию. Было две жены, Брама Гайтри и Савитри. И вот это они. Без нее мы не можем попасть во Вриндаван, и без этой Савитри, как это. И вот Махарадж говорит о силе целомудрия, насколько она велика. Шри Чайтанья Махапрабху сказал Санатане, что
Ты не можешь представить, какое могущество имеет целомудренная женщина. Даже вот была история, что из-за ее слова даже солнце не смогло взойти. И все пришли к ней просить прощения за то, что она хотела служить своему мужу всем своим сердцем. С таким настроением, что внутри его сердца, его мужа Кришна там. И те, кто такие женщины, которые служат мужу, с тем пониманием, что Кришна находится в их в сердце их мужа, они целомудренны. И обретают огромную силу из-за этого. И вот Гандхари, она была очень могущественна. И после этого Гандхари, она сказала Дурьодхане: о мой сын, я очень беспокоюсь о тебе. Ты должен прийти и встретиться со мной вечером, ночью. И вот она совершила какие-то суровые аскезы. Но ты должен прийти без одежды, если придешь в одежде. А она сказала, что если ты придешь без одежды, то я защищу тебя полностью. И вот он пришел. Кришна хотел спасти преданных панчапандов. И вот этот, когда он пришел обнаженный, Кришна, он засмеялся, и он сказал, что к матери идет, Кришна сказал: ты еще совсем голый идешь, хотя бы прикрыться чем-то должен. Мать, конечно, относится к тебе как к ребенку, но все равно надо чем-то прикрыться. И вот он прикрылся какой-то повязкой на бедренной, и Кришна был очень умен, что так сказал. И вот когда он пошел, мать его благословила, и его тело стало твердым, подобно железу. Ну вот эти, из-за того, что он был на бедренной повязке, эта часть его тела она не стала железной, и никто не мог его победить. Но только вот это бедра у него были уязвимы, и поэтому Кришна сказал Бима сыну, что нужно ударить по бедрам, и тогда это поможет. И тогда Бима, он ударил его этой булавой по бедру, и это помогло. Баладев был занят парикрамой по святым местам, и когда он пришел, увидел, что вот они сражаются, и дал совет, что не нужно вам сражаться, вы имеете одинаковые силы, без толку вам сражаться. Но они его не послушали и сражались. И вот Кришна и Баладев там присутствовали на этом сражении. И когда Кришна сказал то, что нужно делать, и когда он его ударил по бедру, Баладев очень обозлился, что зачем ты тут правила нарушил. Ну, как в том же футболе, например, пинать мяч нужно, а не игроков. И также в борьбе тоже есть определенные правила. И вот Баладев очень разгневался, почему он нарушил правила, и убью его за это. А Кришна сказал,
схватил Баладева и сказал: «О, брат, успокойся». А он начал возмущаться, почему он тут нарушал правила борьбы. И Кришна сказал, что смотри, за всю жизнь, что сделал Дурьотхан, он всю жизнь правила нарушал. А тут Бхима всего одно правило нарушил, и ты его убить хочешь. И тогда Баладев успокоился. И что я хочу сказать, что Баладев, он олицетворение милости, даже хочет принести благо таким плохим людям, как Дурьотхан. А что говорить о милости Гурудева? I was speaking, no, that way. Harihi nirguno shakshat purusho prakriti parehi sa sarvadik upadrashta vambhajano nirguno bhavet. All creature, infinity, jivatma, все бесчисленные дживатмы, они все under the influence of Maya, находятся под влиянием Майи. Единственный путь быть искренним в этой жизни, может, мы не сможем получить никакого шанса, если мы будем совершать оскорбления. Все дживатмы, они подчиняются влиянию майи и трех гун материальной природы. Вы не можете найти никого, кто вышел бы из-под влияния майи и этих трех гун материальной природы. Может, вы достигли сатвагуны, сатвагуна, она преобладает в вас, может быть, вы находитесь в сатвагуне, раджагуны практически нету, и тамагуны еще меньше. Но это тоже я не могу позволить. Сатвагуна я тоже не могу ей позволить. Сатвагуна, она тоже может быть причиной вашего рабства. Сатвагуна значит жить простой, спокойной жизнью. Satugun means learning ability also growing, you like to get some knowledge, peaceful life, don't try to fight. This is also one age. И это тоже причина обусловленности, почему мы get this kind of advantage, you like to lead peaceful life. This is also хотим kind of passive come for you. Жить спокойной жизнью, это тоже один из видов такого скрытого вожделения. Кто-то хочет жить какой-то спокойной, умиротворенной жизнью, чтобы никто его не беспокоил никак. Даже саньяси можно иногда видеть, что приезжают с запада, идут в какой-нибудь там отель. И потом едут по каким-то святым местам. Видя это, я не могу представить. Мы не можем в отеле даже заходить, там, насколько все осквернено. I'm very much interested. What they are eating, how they are living, how they are sleeping. И такие саньяси, которые останавливаются в пятизвездочных отелях, я не понимаю, что они там делают, что едят, где спят. Мы хотим отметить место явления Шри Прабхупады Бхактивинода Тхакура, но какие-то люди пытаются избавиться от Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура в их баджане. И такая плачевная ситуация сейчас. И вот смотрите, милость, которая показана Гуру Вайшнавами. И на самом деле Сангват Кришна, Кришна
он подобен Богу Солнцу. И перед Кришной Кришна не может представить эту боль, материальную боль или материальные наслаждения. Они не вечны и не имеют настоящего существования в реальном мире. If I put question in front of sun god, you know darkness? Hari hi nirguno shakshat purusho prakriti parehe. Not a matter of joke. Not a matter of laddu, sweet ball. Somebody can give you that? No, Krishna is not sweet ball. Follow what I say. Big danger, big laddu, put your all your glass. Still there is no. Не так просто достичь Кришны. Нужно все свои усилия использовать. Кришна, Он за пределами материальных представлений, Он трансцендентен. Он может видеть все. Он находится в сердце всех дживатм, как Параматма. В форме Параматма находится не прямо, а косвенно. Кришна находится в сердце каждого, как Параматма. But Krishna not directly cannot be Paramatma. Krishna is there. And Jiva Goswami was writing. Jiva Goswami Pad пишет, что да, Кришна может через Гуру Вайшнавов он может узнавать о нашем таком плачевном положении. И тогда Кришна он трансцендентен, но Гуру и Вайшнавы они тоже трансцендентны. Если Кришна не может иметь связь с материальными людьми, чтобы узнать о их страданиях, но Гуру Вайшнава не могут. Вопрос возникает, как они могут, а Кришна нет. И, хотя они все трансцендентны, и Джива Госвами отвечает, Кришна, он трансцендентен, он не может иметь никакой прямой связи с этим материальным миром, но Кришна оставляет возможность для обусловленных душ обрести связь с Кришной. В этой шлоке, в этом киртане говорится, и вот эти нужно петь эти киртаны, и вот молитва к Гуру Вайшнавам, Кришна, он может узнать об этом нашем состоянии. Если Кришна разгневается на нас, а Гуру защитит, то Гуру может защитить такого человека. Prayena deva munayam savimukti kama maunam charant vijanena parathnitya. This sloka is here. Prayena deva munayam savimukti kama maunam charant vijanena parathnitya. Naitana vihaya kipanana vimukshayeko nanyam tadasasaranam namato nupase. Prabhu, without you, whom I can request? You are all powerful. Why you cannot save this wounded soul? You have to say, oh, you are speaking. Let me see what I can do for you. Vaishnavira Abedame Krishna Dayama. Вот говорится, что... Keep on ano, you know, Prahlad Maharaj speak. Keep on mean? Mercy. No. This kind of meaning we cannot get here. Miser mean? You know, he is very much interested about money, cannot, like Purushottam, not like to spend money. Huh? Anyway, I am joking. So, that's not the meaning. Those who are having this nice body
И вот крипон, значит, скупец. И те, кто имеет возможность совершать Кришна-бхаджану, они совершают. Кипано то И кто такой Крипон? Кришна отвечает Удаве. Даридро property, property, not property. Это такой бедный человек. Poverty, you know? Poverty stricken man. Very poor. So, in front of Buddha, Krishna giving answer. Krishna speaking, you say, Daridro yastu asantushto. И тут, кто всегда не удовлетворен. Always different kind of dissatisfaction touching your heart. For it so. When you can discover no kind of dissatisfaction, no amount of dissatisfaction. И вот, а когда мы, у нас не останется никакой неудовлетворенности, то тогда мы можем сказать о нас, что мы Сидда Махатма. Почему Гуру Вайшнава никогда не чувствует никаких беспокойств? Как Вамшивадас Бабаджи Махарадж, кто-то дал, пожертвовал ему много фруктов и пришел какой-то бык и все съел. И Бабаджи Махарадж, он засмеялся и сказал: «О, Кришна, ты даешь, и ты же забираешь». I cannot find him. Who can love Gomata from heart and kiss? Not the yes danger they can make cow dung Allah to clean. Mother going to clean the stool of baby, not going to clean the stool of Gomata. A stool of Gomata is more powerful than anything. Krishna going to put. И вот коровина волос очень чисто, даже Кришна он. Принимает его на свою голову. И мы почему выражаем почтение коровам из-за их такой чистоты. И таким образом, смотрите. Кришна, он внутри сердца каждого в форме параматмы и через гуру вайшнавов. So, Kripana, speaking, и вот Прохлад Махарадж говорит, что они все крипаны, скупцы. И вот слово крипан сложно перевести, но что-то похожее на скупец, жаден и что-то такое. И философия — это слово в словаре, но это слово недалеко не имеет далеко не схожее значение со словом даршан. Как-то отдаленно оно может передавать значение, но именно отдаленно. Или прийти, как, например, перевести. Подбирают какое-то слово, которое чем-то похоже по значению, но это не точно. Примерно, приблизительно получается. So, Kripana, you can make this meaning miser.
Но Кришна говорит, Дорідро. Hello. Дорідро ясту асантушто. Акіпано то ажидендрія. Those who have no controlling over their sense organ, they are actually crippled. Мене, in this way, bent way, if I want to speak, that those who are not doing bhajan. И вот те, кто не имеют контроля над своими чувствами, не совершают бхаджан, они называются крипунами. И те, кто не могут контролировать свои органы чувств, это значение, оно также значит то, что у таких людей нет бхакти. Если было бы бхакти, то можно было бы успокоиться, умиротвориться и пытаться достичь цели. In life insurance, at present, bank is going to take decision not to give any interest to you. So this kind of advice you can get from different experienced people, they give in their respective life. But I am less interested. I am not going through any newspaper. I am not going through TV. Nothing. And my connection is almost cut with the media. Sometimes people speaking something I know at present. But 10 years back, totally blind. At present, I need to take it because something happening to protect seva, this, that, this much. Follow? So, kripano tu ajidendriya means have no control. И вот это слово значит, что нету контроля над органами чувств. И вот крода вегам Вот в Упадешамрите, похоже, шлока, и вот там говорится, что сначала мы должны обрести контроль над своими органами чувств. И вот демоны часто бывают в форме саньяси, они не могут контролировать свои органы чувств. Они заняты разными наслаждениями. Почему они приняли саньясу, если не могут говорить об абсолютной истине, чтобы разрушить мир? Как Равана, например, он тоже принял саньясу. А Кришна говорит, что не может просить никого, кто, принимая саньясу, постоянно совершает такие ошибки. Какие-то простые люди могут быть прощены, но не саньяси. Если кто-то специально принимает саньясу, чтобы пользоваться преимуществами отреченного уклада жизни, а занимается только заработком денег, то это очень плохо. Многие ачарьи спросили, как вы одобрили вот эту писанину. Вы знаете Гуру Татту, вы можете доказать, что вы знаете Гуру Татту. Если бы вы знали Гуру Татту, то вы никогда бы такого не позволили опубликовать. Это говорит о том, что вы не знаете Гуру Татту. Если бы вы ее знали, вас вы бы никогда так не смогли сказать.
he was bound, he set one society, after, later on it was destroyed. What is this meaning? Idiot? What do you mean to say? Traitor? What do you mean to say? Speaking this way. Samsung Thakur established one society, later on it was destroyed. What? Destroyed me? Кто-то написал, что Шрила Прабхупада основал какое-то общество, потом оно было уничтожено. Но это глупо, как оно могло быть уничтожено. И у нас должно быть уважение. Так, и с уважением Гуру Махараджу, Свай Махараджу, Бон Махараджу и всем остальным. И какие-то группы люди могут что-то говорить. Но если бы не было бы милости, как это возможно было для них спасти так много обусловленных душ. Но настоящий ачарья, он всегда имеет сострадание к обусловленным душам. И вот Прахлад Махарадж также говорит, что они крипоны. И вот Прахлад Махарадж молится Нарисимхе, что он единственный источник, из которого они могут обрести милость. Но он, Нарисимха, он может даровать свою милость нам, несомненно, но не прямо, а через кого-то, через Нараду, например, или еще каких-то вайшнавов. So, point is that, и вот суть в том, что Прахлад Махарадж тоже молится о благе обусловленных душ. Он говорит, что ты хочешь даровать тебе милость, но я уже обрел твою милость благодаря твоему ученику Нараде. Я уже получил милость, и какую еще милость ты хочешь дать мне? Хорошо, если ты благословишь этих детей демонов, то я буду очень доволен. Смотрите, умонастроение гуру. Почему Прахлад Махарадж гуру? Поскольку он хотел всегда видеть. Он ищет, как мы можем обрести благо. И вот таким образом, смотрите, те крипоны, значит, те, кто не имеют контроля над своими органами чувств, или те, у кого нету бхакти, нету чистого бхакти. Take some dollar from you. Who is going to give Guru Bhava Santi Shisho Vittapaharaka? He put this question in front of me. Who is speaking? Jagat Guru Shankar. Shankar Bhagavan. И вот Шанкар Бхагаван говорит Парвати. Деви. О, Деви. Guru Bhava Santi Shisho Vittapaharaka Durlava Guru Devi. Where is that kind of guru? И вот он спрашивает, где же тот гуру? In front of one Vaishnava, if we come, we forget all painful experience. Oh, we come in front of Guru Vaishnava, very, very peaceful here, where we enjoy very much. Why? И вот если мы приходим к Гуру Вайшнава, мы чувствуем какое-то блаженство. А почему? Поскольку в их сердце находится Кришна, Гуру Нитай, и поэтому, когда мы находимся рядом с Гуру Вайшнавами, мы чувствуем какое-то блаженство. Почему перед такими великими вайшнавами, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, мы чувствуем какое-то умиротворение? Он может ничего не говорить, но все равно мы чувствуем какое-то блаженство, смотря на него. Кланяясь и просто мы, находясь рядом, мы чувствуем умиротворение, блаженство. И я думал тогда,
что когда кто-то приходит к Гурудеву, не чувствует такое блаженство. И вот почему все гуру вайшнавы, они а почему люди приходят к гуру вайшнавам? Для того, чтобы iron can get his, you know, flexibility. Like in car, you know, you can find over tire is there, over there there is one, you know, something, iron. If train also has some spring tension, so that, follow, through quenching there, one spring, 25,000, 50,000, 1 lakh, 2 lakhs, one spring only. You can love money? You are foolish, you don't know nothing. You have no experience. One spring only. One spring they use in bullet train or in foreign country, it cost 10 lakhs, more than 10 lakhs, one spring only. One spring. So how many springs do you have? So if you ride that train, you can fly, you are flying in, you know, in plane. No jerking, nothing. No jerking, no vibration, nothing. So this way, to quench your burning heart, to quench your burning heart, to get some solace, consolation, сердце, успокоить, умиротворить наше сердце, мы приходим к Гуру Вайшнавам, чтобы получить какую-то возможность спасения, и поэтому Рупа Госвами говорит, что у Гуру Вайшнавов есть такая сила, поскольку Бхакти и Кришна в их сердце. Pranam sarva. Pranam means pranam means the Sanskrit word. Pranam sarva jagatam. They can give hospitality to everybody. A nurse can give treatment to you. But what kind of nourishment can be given by Guru Vaishnava? So that you are growing and growing and growing your spiritual heart. И благодаря Гуру Вайшнава мы можем развить наше сердце, чтобы достичь Галоки. А чем мы можем отплатить Гуру Вайшнавам? Какими-то деньгами невозможно отплатить за их милость. В шастрах говорится, что мы не можем отплатить матери. Thinking how to pay to mother, but мы всегда думаем, как. Но сын может отплатить свой долг матери, который не оплатимый, но все же он может через бхакти. Если у нас есть бхакти, великая преданность, то мы можем отплатить все наши долги всем. Нам не нужно думать об этом, весь мир. Если они что-то делают для вас, мы благодарны им, конечно. Родители, они помогают нам, но все же мы можем как-то отплатить им, но Гуру Вайшнавам невозможно отплатить за их милость. В шастрах говорится, Садгуру Гурудев, если он произнесет одно слово, его достаточно, чтобы
избавиться от майи и войти на путь Баджана. Одно слово он может произнести только и... В шастрах говорится, можем продать весь мир, но мы этим мы не сможем выплатить долг Гурудеву за его милость. Поскольку Гуру он может дать вам трансцендентное знание дивиген. И нет кандагена. У нас нет кандагена, какого-то здравого смысла. И как мы можем обнадеяться, что мы можем развить дивиген, дивиген. Он... Your guru is different from Guru Tattva. My guru there. Guru Tattva also. Sat Guru Tattva. Sat Guru Tattva на уникальны все. Мы не можем разделить Guru Tattva на части. Если это делаем, то это подтверждает нашу глупость. И вот говорится, что кто обманывает тысячи людей, они отправятся в ад. И эти обманутые люди тоже туда же попадают. Много раз я говорил об этой шлоке, что много всяких гуру, которые собирают только деньги от учеников. Шрила Прабхупад говорит, что если вы мне даете что-то, но если я не могу дать вам благо за ваши пожертвования, и вы не готовы принять это благо, то я отдам ваши деньги назад. Я никогда в своей жизни не буду. All material people can come in front of you. И вот Шрила Прабхупад говорит, что многие материальные люди могут прийти к вам, они заняты всякими мирскими вещами. You should not pay attention to their words. Ну, нельзя. You can pay respect to them, material people. They always deserve. Выражать почтение их словам. То есть можно выражать внешнее почтение, но в сердце не нужно. Во времена Шрилы Прабхупады я слышал от моего Гурудева. Кто-то пожертвовал машину, и Шрила Прабхупад не побежал сразу благодарить, что вы там машину подарили. Давайте отдохните, приобходите, садитесь и прочее. Поскольку у Шрилы Прабхупады была такая формула, что если вы что-то даете мне, вы должны также что-то принять от меня. Многие люди дают какие-то пожертвования. If I find somebody who is having some heart, okay, you keep it separate. They think Maharaj is inside room, Maharaj eating everything. Yes! Какие-то... Indian ghee, they are making puri, halwa. Ну, люди дают какую-то еду Махараджу, чтобы Махарадж принял. Махарадж как бы берет, но сам не ест, а кому-то отдает. Maharaj, you took?
any guys. Why? I'm speaking lie? No, I'm not speaking lie. I request that devotee to open the container. И потом какие-то, ну, эти люди приходят, спрашивают, как Махараджи, поели то, что мы вам принесли. Махарадж сказал, да, поел, но это не ложь, поскольку Махарадж, он принял запах, ну, тех подношений, которые их принесли, а само это подношение раздал каким-то другим преданным. То есть принятие запаха от какого-то подношения, но в данном случае еды, это тоже считается, что уже ее кто-то попробовал. И вот Шрила Прабхупада говорит, что мы должны выражать почтение тем людям, поскольку они ожидают получить почтение от нас, и мы должны пытаться занять их в каком служении. Но прямо если не получается, то косвенно. What I can do? This actually I out of my service income I put some. Okay. You will have to spend it for big bandana you will have to arrange. Because you take this money. You take away your money. И вот как однажды к Шриле Прабхупаде кто-то пришел, какое-то пожертвование дал и сказал, что вы должны на эти деньги пир устроить, а Шрила Прабхупада забирайте назад свои деньги. А люди спросили, а почему Шрила Прабхупада сказал, вы думаете обо мне, что я ваш гуру, но отношение у вас ко мне как слуге. Если вы думаете, что я гуру, то чем я займу ваши деньги, это зависит от меня, а вы не должны давать советы, в чем, куда использовать эти деньги, которые вы даете. И поэтому забирайте их назад. И это гуру татва. Это гуру татва. Они, кто-то может очень уважать кого-то, выражать какое-то почтение, гирлянды предлагать, но иногда за этим какой-то корыстный этот мотив находится. Кто-то хочет наслаждаться славой, например, чьей-то. When I give instruction, you should not do it, then they kick me. No more you are our guru. They give instruction to everybody, don't go to Sambhava's Katha. In Chandrakana, they are saying, Но Бабаджи Махараджи были такие преданные саньяси, очень уважали, относились как к гуру, всячески почтение выражали, а потом, когда Махарадж сказал, что будучи саньяси, нельзя посещать свой дом, ну, имеется в виду семью, в которой они родились, то эти саньяси очень опечалились и уже... И уже Бабаджи Махараджа гуру не считают из-за того, что они не могут принять такое правило, которому должны следовать все саньяси. Really so, it becomes so. They wanted to put me in trap, there's so many problems. After that, they find, everything finished. Who is protecting him? Him? I'm protected. Because I 100% believe on Ballavi Maharaj. I know I am more fallen soul than Duryodhan. But still, I have this much belief that Ballavi Maharaj is there. Who is going to help? Duryodhan, why he cannot help me? He should help me. He must help me. This is really my help. All around they are misspeaking. Don't go. But just a different place of Harikatha, they make poison. So that I cannot go there to speak. Let me see Nityananda is there. Let me see my Nityananda is there or not. They are not my enemy. They are my son. They are all my son. I want to take them in my lap. I want to preach in a big way, all in different places of Vrindavan, everywhere. Like, one atom bomb was thrown in Japan, Hiroshima and Nagasaki.
So one in one place is Harikatha coming down on ground, then is like explosion. Вот Харикатха, настоящая Харикатха, она подобна атомной бомбе, если она куда-то попадает, то радиация от этой Харикатхи, она влияет на других. И вот сколько еще жить в этом материальном мире, и какое благо можно получить, и проповедь происходит, и такая антипроповеди больше происходит, где-то 98% настоящей проповеди, около 2%. И как же в такой ситуации достичь успеха? Это может произойти по милости Гурудева и Шрилы Прабхупады, и как в Бхагавад-гите говорится, что мы должны делать, но не привязываться к результатам своей деятельности. Если несколько человек будут слушать Харикатху, это достаточно. It is up to me. Don't think about that. It's one kind of bondage for you. Follow. So Baba speaking. И вот Шрила Прабхупад говорит, что мы должны выражать почтение всем обусловленным душам, но не должны принимать их поведение. Мы должны общаться с Гуру Вайшнавами. Иначе это станет причиной нашего рабства. Когда Шанкар Бхагаван сказал, и в то время, когда он это произнес, это было очень давно, и ситуация была гораздо лучше, когда он Деви сказал эту шлоку. Это наставление для нас всех, вне зависимости от времени, ситуации, обстоятельств. Вне зависимости от того, сати-юга или кали-юга или трета-юга, это такое вечное указание. Шанкар Бхагаван, он мой отец, он мой гуру, Махадев. И вот он сказал так, он всегда защищает меня везде. The trident, what use you have trident in your head, in your hand? I speak to Shankar Bhagavan, you said them, don't put trident on them, don't try to kill them. I like to save them, I don't like to kill them. They are my all my children. It is written in Shastra, if you are going to take sannyas, you should take all jivatma, your son. All jivatma. In Bhagavatam it is written. If you are at all sannyasi, I don't know you are sannyasi, I am sannyasi at all. If I am sannyasi, you should believe 100% that all jivatma, all birds and fish, all jivatma, если мы sannyasi, то мы должны относиться ко всем другим существам, как к нашим детям, и мы не можем причинять им никакой боли, даже насекомым. Шрила Прабхупада говорит, те, кто принимает саньяси, они должны относиться ко всем остальным живым существам, как к своим детям. If you are bonded soul, if you are grihastha, if you have so much attraction for matter, no problem, no problem.
если вы живете жизнью домохозяина, но если у вас какие-то склонности к материальной жизни, мы все равно, несмотря на эти наши склонности к материальным наслаждениям, мы все равно должны воспевать Харинам и Санкиртан. Если мы совершаем какие-то грехи, то это не такая проблема. И благодаря Харинаму эти последствия грехов они уничтожатся, но оскорбления совершать гораздо более опаснее. We are all one family, Gauriya Vaishnava Samaj. Why you want to give this kind of lesson? Muslim mothers, Muslim people, I also love them. Махарадж много раз говорил, что мы одна семья. И вот даже мусульмане бывают иногда слушают Харикатху. So you see, и вот смотрите. Даже кто-то из них, Дживатма внутри вас может быть другом и как врагом. Но вы думаете, что враги снаружи, но вы сами для себя главный враг. И вот Махадев говорит, Шанкар Бхагаван, он Sankar Bhagavan putting standing instruction for everybody, irrespective of time and frame. В зависимости от времени, места, обстоятельств. Time and situation for all time standing instruction. Because in Satya Yuga also. Поскольку в Сатья Югу также Асадгуру. Асадгуру тоже были, и Майавади были в Сатья Югу. И в Трета Югу были. И в Двапара Югу тоже Майавади Гуру были. И в Кали Югу тоже Кали Юга была Майавади. И кто-то гневался на Шрилу Прабхупаду. Почему он говорил так? Что большинство из нас осквернены Майавади вечером. Шрила Прабхупад говорил так, мы находимся в жизни преданных Гауди Вайшнава, но, к сожалению, в той или иной степени, так или иначе, мы все осквернены этой Майавадой. У нас нет веры в чистых Гауди Вайшнавов, у нас нет веры в Гурангу и Нитянанду. И мы не должны вести свою духовную жизнь так. Мы должны вести уникальную духовную жизнь, а не идти на компромисс с какими-то материалистами и прочими. Свами Махарадж был очень могущественным.
И он смог все это гармонизировать, но далеко не каждый может. И таким образом Сидар Госвами Махарадж, Свами Махарадж, все они говорили Харикатху Бандев Госвами Махарадж. Бхакти Прадип Тиртха Махарадж. Госвами Махарадж. И they are sitting all with material person. They are all sitting with material people. Они иногда находились вместе с материалистами, но они всегда думали о лотосных стопах Гурудева. I'm in America. Anytime I can fall down, oh Gurudev, save me. All the time crying. Они молились Гурудеву, чтобы Майя не затронула их. И Шрила Прабхупад слышал их молитву. И Шрила Прабхупад благословил их. И такого сила, такого могущества, оно в Садгуру. Садгуру может вложить в вас силу, если находитесь далеко. За тысячи километров от Гурудева, но Гурудев, он имеет связь с вами. No discrimination is there. He is speaking this way simply to protect you. No politics is there, no contamination there, no discrimination there. No apartheid conception is there. Black and white, everybody, they love him. They look Jivatma only to represent the absolute truth in front of you. They are speaking so heavily. You can think them their enemy, but believe me, they are not enemy. They are Гуру и Вайшнава наши настоящие друзья, хотя иногда не говорят жестко, но наши настоящие враги — это те, кто сладкими словами обманывает нас. Мы должны говорить слова, проповедовать послание Шрилы Прабхупады. Мы должны говорить то, что сказал Шрила Прабхупад. Может, это будут какие-то жесткие слова, но это гораздо лучше, чем слова сладкой лжи. Наша проповедь — это тоже Харибаджан. Я говорю, если я говорю Харикатху, это лучший Харибаджан, поскольку через Харикатху я хочу очистить и исправить себя. So Guru Mo Bhava Santi Sitso Vitta Bharkaha Durlava Guru Devi Sisho Shantapa. Who is there? Like Bhakti Brahma Purigashi Maharaj, like Bhakti Musa, Bhakti, you know, Prabhupada Kesambu Sri Maharaj. Who is going to take away all the dirty thing from my heart? This is called actual Diksha. И вот что такое настоящая дикша? Это то, что убирает из нашего сердца всякое осквернение, всякую грязь. Что такое настоящая дикша? Можете ли вы прикоснуться к шалограмму и сказать, что вы получили настоящую дикшу? Что вы получили настоящую дикшу? Дикша значит, вы должны служить с вашим Гурудеву должным образом. А многие, получив дикшу, хотят показать, что они гуру своего Гурудева. И вот дживатма обусловленные души, что сказать, я вот рассказываю такую сложную историю обусловленных душ, как они могут спастись. Я сказал, что очень просто открыть много больниц и школ, но очень сложно спасти кого-то. Если
я обещаю вам, если я хочу спасти обусловленную душу, то такая душа, она будет брыгаться, как-то пытаться находиться в своем обусловленном состоянии дальше, и как же такую душу защитить? Up to now, I'm very lucky, I don't know what is the arrangement of Nityananda. Up to now, nobody come in front of me to protest against my Siddhanta. Up to now. Вот к счастью, до сих пор никто не может прийти ко мне и протестовать против моей Сиддханты напрямую передо мной. Могут за спиной что-то говорить, а вот в лицо никто до сих пор не нашел такой смелости. Я хочу, чтобы меня критиковали, если меня критикуют, это поможет мне продвигаться в моем баджане. И как же я смогу спасти обусловленную душу из этой тюрьмы Майя и помочь ей достичь духовного мира, какое великое благо даже во сне невозможно представить. Не хочу совершить такое служение. Я не хочу стать гуру, получить какое-то положение в этом мире. Если моя Харикатха, она исполняет роль гуру, то я буду это делать. И таким образом... Если Нитя Мукта и Нитя Бадха Дживы, сейчас я немного скажу об этом. И вот Нитя Мукта Дживатма, они никогда не знают, что такое боль, страдания и наслаждение. У них нет опыта в этом материальном мире. Нитя Мукты Пуруши, они не знают, что такое боль, что такое страдание, что такое наслаждение, поскольку они никогда не были перед Майей и под влиянием Майи. Шрила Бхактивинода Тхакура описывает это. Они никогда не встретились с Майей, они вечно присутствуют, и они исходят из Баладева, из Вайкунтхи, на различные есть области Вайкунтхи. И из Баладева они исходят все эти дживатмы, и они служат с различными способами Верховному Господу на Вайкунтхе, на Райан. Они Нитя Мукта, они вечно служат Господу, и кто-то может спросить, что у Кришны есть какое-то... какое-то пристрастие, почему Баладев, например, Нитя Мукта, и какие-то души вечно свободные, какие-то обусловленные, почему так? Есть Нитя Мукта Пуруши, и вот те Нитя Мукты, а есть еще... И вот вопрос, Баладев, он наверняка пристрастен к кому-то, почему Баладев занимает какую-то душу в каком-то служении, а в другом служении. Oh man, you are putting this kind of doubt. Gurudev had no discrimination. Baba is merciful. I already wanted to prove. Even Baba is not interested to protect Duryodhana. Баладев настолько милостив, что он хотел защитить Дурьотхана, который такой самый дурной человек. Как смотрите, в нашем желудке, в пищеварительной системе различные виды ферментов, которые используются для того, чтобы переваривать различные виды пищи. Для каждых видов пищи свои ферменты, энзимы,
вырабатываются. And some starch is there, some protein is also there. Follow, some starch and protein, all different kind of, but there are different kind of enzyme arranged by Supreme Lord, automatically. Then digest. Now, if each one of them, if one enzyme going to fight with the other, why are you going to digest it well? Why you are going to take control over me? Что будет переваривать, что это глупо, но суть в том, что они все служат своим образом, исполняют свои обязанности. И вот как Брама сказал Приврате: «О, мой сын, почему ты...» И Брама сказал: «Шанкар Бхагаван и я, мы все исполняем указания Верховного Господа, и поэтому мы занимаемся своим исполнением своих обязанностей, твой долг тоже исполнять свои обязанности. И почему вы, ты хочешь жить какой-то спокойной жизнью?» И вот в пятой песне Бхагаватам об этом говорится, вот Приврат опять вернулся. И вот смотрите, каждый фермент, он должен заниматься своим... работы, а не спорить с другими, кто что будет переваривать. You are not going to serve sweet ball. You are not going to serve chili. You are going to serve your life. So, this way if you discuss, you can fight, somebody can fight, they have some discrimination, why this Indian coming to take the test of sweet ball, why... Вот так, и Баладев, он не имеет, он не, он беспристрастен, он всех занимает служением и знает, как занять идеальным образом всех служений, а Нитья-Бхактхадживы, они из Джива-Шакти, из пограничной энергии происходят, и у этой шахте есть существование в... нету их существования внутри Кришны. И постепенно Махарадж более подробно опишет, как души живут в таком пограничном и обусловленном состоянии, и приведет свидетельство Дживы Госвами Пады и прочие. Hari hi nirguno saksha purusho purusho prakriti pare tvam sarvadik upadashta tam bhajano nirguno bhave vancha kalpadurvashik vasin pravacha patitanam pavana bhavishnabhyo. So last thing you will have to remember this thing: samsara sindhu tarane hidayam yadi sat sankirtanamrita rase ramate manushe Тимагуду Вихарани Джаричитта Вирти Чайтанна Чанда Чарне Курутан Рагам Чайтанна Чанда Чарне Курутан Рагам. You are going to enjoy topmost facility this way. If you miss, then you will be able to enjoy. Великий шанс в нашей жизни, если мы его потеряем, то это глупо. Any question?